Йоу, дорогие мои. В общем, приехал мой матчбоксовский матчбоксовский сет приехал. Сет Германия. Поеду сейчас забирать. Покажу вам все это на этом видосике. Обзор я планирую на этот сет сделать, может быть, даже в виде запака. Может быть, я не буду распаковывать, а может, распакуем, посмотрим. Но хочу обзор сделать на хорошую камеру, типа как я делал обзор про свою СТХ-шку, рассказывал историю. Не знаю, зайдет вам или нет. Поэтому сейчас вот еду забирать. Покажу вам, что пришло кратко на этом видосике. Он такой коротенький относительно получится. Но посмотрим с вами вместе. Надеюсь, что сет будет классный, хотя на картинках он, конечно, прекрасный. У меня есть сет, например, с LM Matchbox Russia. Кстати, если хотите, можно сделать на него обзор. А сейчас вот еду забирать Matchbox Germany, немецкий сет по матчбоксу. Поехали. Как говорится, заодно и Mercedes выгуляем вместе с Matchbox сетом. Катя, вот Тедди, смотри, ошибки пропали. Ты вот говорил, вот типа на Мерседесе не пропадают ошибки. Вот вам пример, Мерседес сам лечится. Здесь были ошибки АБС, а сейчас они вот пропали, их нету. То есть вот так бывает, да, ребят, вот. Собираю матчбоксы, короче, на матчбоксе, да, вот такой вот матчбоксовский Мерседес. Ладно, прикалываться, поехали забирать. А, вот как раз в дороге лампочка-поворотника отрубилась. То есть на погоду реагирует машина довольно хорошо. Ой, видите, как она щелкает, прикольно, правый поворотник и работает. А всего лишь что нужно сделать с этим поворотником, да просто лампочку немножечко повинтить в своем соколе, и все заработает шикарно. Но вообще, честно сказать, конечно, на улице сегодня прохладно, мы пропускаем пешехода. Хотя не настолько прохладно, как было пару дней назад, было минус 15 у нас температура. Ну что, сейчас подъедем, заберем в Wildberries сетик, потому что нигде в продаже его не видел, а в Wildberries он появился. Блин, где бы здесь встать? Короче, все настолько плохо, что вот эта вся плитка тротуарная, да? Просто можно прибиться, потому что тут лед везде, полнейший лед, идешь и просто падаешь на все. Ужасно, надо аккуратно ходить сейчас в такую погоду. Он под человека ходит, посыпает. Хорошо. Ну что ж, сейчас он дадут. Так, ну что же, все забрал. Показал немножечко, подснял, что было внутри. Главное сейчас где-нибудь не свалиться, потому что лед реально ужасный. В общем, скоро на ней будут делать обзор, на эти тачки, надеюсь, вам он зайдет. Сейчас покажу еще в машине, еще пришло кратко. Честно говоря, погода, конечно, дичайший аншлаг. Гололед полнейший. Можно подскользнуться, просто бахнуться и все на этом. Сегодня как раз мужик ходил, газовщик у нас, проверял газ. И он такой говорит, я, говорит, довольно сильно пезнулся, говорит, рассказывал историю. Ну да, действительно, упасть можно, очень скользко, поэтому будьте аккуратны. Что же пришло по матчбоксу? Пришел сет Германия. Катя, достаточно хорошо запакованный, куча карточек вместе с машинками идут. Даже удивительно, ну как вы уже видели, да, на приемке. Надеюсь, вы захотите посмотреть обзор на все это. Пишите в комментах, ребят, постараюсь заснять на хорошую камеру. Наверное, без распаковки будет, но про каждую машинку мы с вами поговорим отдельно и покажу именно то, что почему заказал это, почему захотел это заказать, и что-нибудь расскажу еще про машинки Matchbox конкретно от себя. В общем, всем спасибо, кто посмотрел этот видос, не забывайте про Лукас и про коммент, конечно же. С вами был Виктор Автоход, до новых встреч, друзья. Пока, удачи и хорошего настроения, конечно же. Не падайте, не болейте, чтобы все было хорошо.